Нехорошо. Спасите, ваша Спасите, ваша милость! Интересно, а чем Ханелли даст мне деньги, если я жену зову? Спасибо вам, ваша милость. А это вы тот славный ведьмак, верно? Верно. Только приведу в порядок повозку и поеду к памятнику. Там меня уже ждут. И зачем им все это? Все равно нечего красть. Молотки, кусок камня. Понимаю. Мне пора. Делу время, потехи час.
Что, драться расхотелось? Много здесь крови. Кикиморы? Яйца кикимор. Надо их сжечь. Значит, здесь закончили свой путь пропавшие работники. Я помог закончить памятник, как ты и хотел. Мастер, что бы я без вас делал? Все почитатели пророка Лебеды будут возносить за вас хвалебные молитвы. Но ты-то мне заплатишь? Ну, разумеется. Вот награда. Заказчик у нас человек серьезный, деловой. Мы ожидаем массовые паломничества. Так что стоимость работ полностью отобьем года за три. За пять так точно. У нас, сударь, все подсчитано. Ну, остается только пожелать удачи. Старый медведь крепко спит.
А? Что? Вы меня перепугали. Как, говорите, вас зовут? Вы какого герба? Геральт из Риви. Герба какого? Мост. Мое почтение. А можно спросить, что ты тут делаешь? Я поклялся своей возлюбленной, что принесу ей башку чудища, именуемого Гротником, кое вот эту вот пещеру населяет. Да? Ну и как успехи? Я с силами собираюсь, но скоро в бой выступлю. Я дал слово чести, а честь у меня одна. А ты не хочешь случайно, чтобы я тебе помог? Ну, я не знаю. Я же присягал, что... Что принесешь возлюбленной голову чудовища. Но ты же не присягал, что убьешь его в одиночку. Хм. В общем, правда ваша. Фух. Сражаемся, значит, плечом к плечу. За честь! Может, посмотреть, что стало с тем рыцарем? Как в теплице. Ах, надо же этому вот так закончиться. Чудовище выбило факел у него из руки. Видать, не любит огня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
детскими башмачками. Своих жертв.